Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июля, и если томаты в это время не у всех еще поспели, то огурцы уже есть почти у каждого. И после томатов огурцы стоят на втором месте по популярности, по массовости вот этих заготовок на зиму. Мы можем, например, не сварить кетчуп на зиму, мы можем не сделать аджику из томатов, но маринованные огурчики мы делаем ежегодно. Почти каждая хозяйка этим занимается. Я вот сейчас буду консервировать свою первую партию огурцов. До этого делали только малосоленые. И я покажу, как я это делаю. Очень просто и быстро. Сегодня у меня самый простой и быстрый способ. Классический рецепт, где соль и сахар в равных долях. То есть половина соли, половина сахара. И готовить буду способом горячей заливки, то есть три раза. Первый раз заливаю кипятком. Сейчас покажу вам, как нужно обязательно в середину банки, чтобы банки не потрескались. Потом 5-10 минут они стоят, нагреваются, прогревается банка. В это время, ну как, дезинфицируется вот это вот все кипятком наши овощи, фрукты, овощи. Потом второй раз я сливаю опять в кастрюлю, добавляю уже соль и сахар. Еще раз кипячу, второй раз заливаю уже солью с сахаром, также 5-10 минут стоят. И третий раз я когда сливаю, в каждую баночку буду вот эту вот чесночный зубчик выдавливать. В рассол буду добавлять уксус, заливать, закутывать и под шубу. Это говорить длинно, а на самом деле получается очень-очень быстро. Вот сейчас первую заливку буду делать. Я вскипятила в кастрюле воды. Над кастрюлей не буду показывать, камера сразу запотеет. И в самый центр баночки туда наливаю. Я сначала разолью по одному стакану, давая немножко банке прогреться, чтобы резко не наливать весь объем. И все, вот сейчас по одному стакану налью, а потом налью до полного. Закрою вот этой крышкой. Ой, уже сейчас затуманится. Вот так. И буду ждать 10 минут. Температура, когда вот здесь все будет горячее, я снова солью и покажу вам, как буду добавлять. А, хочу сразу сказать, что первоначально, до того, как положить, на дно уложен лист хрена и укроп. И будет добавлен чеснок. Это простой классический рецепт, тут нет ничего, ни гвоздики, ни перца, он будет не острый, будет натуральные огурцы с укропом, с чесноком, классика. Все, сейчас буду разливать. Вот мои банки постояли 8 минут, прям горяченькие. Я слила остывшую воду, и теперь, когда она сейчас закипит, я уже добавлю туда по рецепту сахар и соль. Смотрите, я делаю классический рецепт на 2 литра воды, 100 грамм соли и 100 грамм сахара. Но так как у меня нужно не 2 литра воды, а у меня 4 банки 2-литровых, у меня здесь ушло 4 литра воды. Я вот сначала водой залила, потом слила в кастрюлю, смерила 4 литра. Значит, я эту дозу увеличиваю в 2 раза. Я вот сюда смерила, свешила. Не 100 грамм сахара и соли, а по 200. То есть 200 грамм соли, 200 грамм сахара. 100 грамм сахара и 100 грамм соли – это примерно 4 столовых ложки. Не совсем сверху, с горкой, но и немножко так, как с маленькой-маленькой горочкой. Можно просто ложками. 4 ложки соли, 4 ложки сахара – это 100 грамм. У меня двойная норма. Я сейчас вот это вот содержимое высыпаю в воду. Оно закипит, и буду заливать еще раз. И только когда второй раз я солью в кастрюлю, тогда я буду добавлять уксус. Уксус по рецепту на 2 литра 2 столовые ложки. Значит, мне нужно 4 столовые ложки. Если вы уксус много не любите, можно вместо столовых положить чайную ложку, потому что уксус мы регулируем сами, больше или меньше. Все, сейчас вода закипит, брошу туда соль, сахар. Они когда растворятся, еще раз закипят, я буду заливать еще раз.
Вода с солью и сахаром закипела, я залила второй раз. Перед третьей заливкой в каждую баночку я выдавливаю чеснок, а в рассол, который сейчас закипит, добавляю уксус. В моем случае 4 столовых ложки. После того, как рассол с уксусом закипел, я заливаю в банки. У меня крышки винтовые, очень быстро раз-раз закрутила и под шубу. Завтра утром они до полного остывания там стоят. Завтра утром вытащу. И можно хранить или в комнатных условиях, или в подвале. Вот все это быстрый способ горячей заливки. Огурцы маринованные, классический рецепт. Ну вот, на следующее утро я распаковала свои баночки. Они еще чуть-чуть теплые. Обязательно подписала их, что это классика. Скажу, почему подписываю. Потому что рецептов несколько. Есть огурцы классические, есть огурцы острые, есть огурцы пряные, есть огурцы десертные, особенно когда с томатами. Поэтому мне обязательно нужно их различать, потому что вот эта классика больше всего идет на винегреты, на различные там, на салаты, на все. А так как я соленые огурцы вообще не ем совсем, это вот у меня для приготовления блюд, ну, такие заготовки, а для употребления именно как для еды огурцов, я делаю совсем другие. У меня сын любит острые, с большим содержанием чеснока, и там я уже добавляю и корицу, и перец острый, и перец душистый, перец черный горошком, перец красный. Именно они вот такие, как ядреные. И муж любит или ближе к десертному варианту, или пряные. Я вообще не ем никакие, еще раз повторю. Поэтому вот эти классические, они должны у меня отличаться. Я чуть позже для начинающих, ну вот, например, кто-то первый год решил попробовать замариновать свои огурцы. Какая-то там, например, молодая девушка отделилась от своей мамы, ни разу не делала. И понятия не имеет, что огурцы маринованные, они тоже разные, разные, разные. И иногда мы приходим в гости к другим кому-то людям, попробуем огурцы. Нам или очень нравится их рецепт, или не нравится. Это зависит от наших вкусов. Каждому нравятся свои разные огурчики. Мне больше всего, конечно, нравятся малосольные. Пока что мы едим только малосольные, а это все на зиму. Буду делать, когда острые и пряные, и десертные. Я постараюсь тоже показать вам. Вот сейчас это был самый простой классический рецепт, где одинаково соли, одинаково сахара, только укроп, хрен и чеснок. И они самые такие менее... У них самый бедный, короче, вкус, остальные все более богатый вкус. Там, где добавляются вот эти вот всякие пряные травы, больший набор, где больше чеснока, перца, они более яркие, выраженные вкусы, но это по желанию. И я так скажу, что можно начать с классического рецепта, и каждый для себя должен потом, попробовав классический рецепт, почувствовать, подумать, чего ему не хватает. Может быть, ему здесь маловато чесночка, а может быть, не хватает перчика, может, не хватает какого-то запаха вот таких, этих пряностей. И вы должны обязательно найти свой рецепт, который будете кушать для души. А классику можно готовить вот для винегретов, заготовки, для салатов, потому что во многие салаты зимой нужны соленые огурцы. Все, до свидания. Я стараюсь так подробно рассказать, потому что у меня же не кулинарный канал. Я не просто даю рецепт блюд и как приготовить. Я хочу так же, как в огороде, вот вам открыть самую-самую-самую суть. Ну, конечно, тем, кому это нужно. Опытные люди, которые по 10, по 20 лет или по 40, как я, стоят у плиты, у приготовления блюд, они все это уже давным-давно узнаем. Мы-то старые мудрые черепахи, нам не надо ничего рассказывать. Мы все по вкусу, по цвету, по запаху определяем, какие это огурчики. Все, до свидания.